А ты смотришь в дверной глазок, когда открываешь входную дверь? Особенно, когда кто-то звонит в дверь в поздний час, например, после полуночи. Я тоже смотрел до одного случая. В общем, ужрался я как-то в говно, так что двух слов связать не мог. Полночи блевал в туалете. На следующий день долго отходил и только к вечеру смог прийти в себя. Врубил комп, вышел во ВКонтач, посмотрел фотки со вчерашней пьянки, немного поржал над ужратыми друзьями, творившими хрен его знает что. Тут вдруг раздался звонок в дверь. Подхожу, спрашиваю, кто там? Мне в ответ: «Да я, жена твоя, открывай быстро». Смотрю, стоит такая твою мать. Открыв дверь, я сразу же поставил блок от проникающего удара в челюсть. И не ошибся. «Сволочь ты пьяная, козел, алкаш!» Жена прошла в сторону кухни. А я закрыл дверь и уже собирался идти за ней. Как вдруг вспомнил, что у меня и не было никогда жены. Да и вообще я полгода назад умер.